Привет, приехали мы на небольшое упражнение. Есть у нас автомобильчики, есть такая трасса. Каждого отсниму, проедем, посмотрим. Первый у нас Opel Frontera. Попросил ребят проехать потихонечку. Давайте посмотрим. Лё, давай вот сюда, как-то по диагонали, что ли, вот здесь проезжай. Да, давай, давай. Во! Отлично, во, отлично, давай. Давай, давай, давай. Ага. Так. Сейчас здесь получается, ты да, на порог. И колеса у тебя вывеслись просто, и все, да? То есть тебя только сдергивать. Бугор больно высокий, и на дне еще не видите, что он. Давайте посмотрим, как здесь получится у нас. Оно не получается. Сейчас только вот этот вот. Теперь ты чисто на порог сел. Чисто на пороге. Сейчас еще раз стянем. Или давай, пробы нет. Все, сейчас еще раз сделаем, подожди. Должен, все. Давай на меня налево. На горочку потихонечку. Прям встал около горочки, потихонечку выезжаю. Здесь патриотом было нарыто. Так что пробуй, смотри. Давай потихонечку. Фаркопом пашешь. Молодец, отлично. Тревел, задний самоблок от АВТ. О, самоблок сзади стоит. Заводской, да? Нет, он редуктор также купил где-то. Воткнул. Какой 1,8? Стандартный. 1,7. Да ты не надо, не блокируйся, Николай. Не надо, не блокируй. Потихонечку, на первой пониженной. Ох. Давай сюда, поехали.
Сейчас межосевую заблокировали. Смотрим. Нет, нет, нет. Давай назад. Бери больше. Давай, ходом. То есть самоблок межосевой заблокированный. Все, 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 все. Так, пороги. Смотрим. Ну, наверное, повис. Наверное, повис. Хотя нет, смотри, красавчик. Все, потихонечку поехали. Потихонечку. Смотри, перед горой станешь. На первой пониженной потихонечку пытайся заехать. Неплохо показал, неплохо. Давай потихонечку. Астер 1.6 ESP. Алексей, ты что? А он не помню. Может, левее? Нет, правее, лёг колесо. Вот на этот бугор наезжай. Я так он решил траекторию выбрать. Ну да. Проходишь, проходишь, проходишь. ESP вытащила, вытащила, вытащила. Да потихоньку. Не, Лёх, надо туда, да. Ну, качнуть ее. Обалдеть. Ей спешка помогает. Вообще супер, супер, супер. Так. Пороги, ну-ка. Молодец, отлично, Лёх. Давай, давай, проходишь. Алексей, около горочки, прям потихонечку постарайся, прям в натяг попробовать зайти. Так уже скрынька. Ну да, сопрянием попахивает. Просто если ты быстро поедешь, то и... Я боюсь, что это... Лёха, посмотри, чтобы ничего не оторвать. Старайся вот чуть левее нам брать. Левее, левее бери. Отлично. Оно разгоняется. Нива Шевролет. Да, Шевролет. Сзади самоблок АВТ.
Вот смотрите, Duster система ESP выехал, да? В принципе, Chevrolet тоже неплохо. Качком, качком и вышел спокойненько. Потихонечку. Во-во-во-во. У тебя межосевой заблокированный? Ай? Да. Заблокированный. А попробуй разблокируй. Просто посмотри для интереса. Сейчас попробуем межосевой разблокировать. Блокировали. Ну только качком, да? Но в принципе по диагонали также тоже крутит. Блокируйся. Заблокировались. Перед подъемом остановись и попробуй прямо вот в натяг. Посмотреть интересно как. Никакого занижения нету. Серег, ну понижайку руби. А он, а здесь по-другому не поедет. Мы только на понижайке ездим. Водом опять. Ну да, не получается почему-то медленно проехать. Мой Невасик, два самоблока, занижение 3.07. Посмотрим. Попросил, говорю, ты, говорю, газ. Антоха катается вот на этом, на этой спецтехнике, поэтому ему сложно ездить на нормальном автомобиле Невасике. Занижение 3.07 от АВТ, то есть едет, в принципе, на холостых ходах. Посмотрим, посмотрим. Давай, поехали сюда. Давай, давай туда. Посмотрим. База подлиннее. Нет? Давай, 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 пойдет, пойдет, пойдет. Но все равно заметно, что на занижение автомобиль едет намного увереннее, спокойнее. То есть и движка, движок. Сюда, сюда, стоп. Давай, потихонечку, поехали, потихонечку. Здесь, помните, машину вывешивались, буксовали, да? Ага. Антох, подъедь, знаешь, прям на мало газах, пробуй, где-то полторы держи. Вплотную? Да, вплотную, потихонечку пробуй. Холостых, а холостых? Нет, здесь на холостых, ну, чуть-чуть надо поддавать. Давай, вот, поехали, все, потихонечку. Нет, ну, холостые, это такой город, давай, заводи. А что это? Надо занести. На этот сейчас у Антохи мы посмотрим. Чуть-чуть, побольше, давай, чуть-чуть, там держи. Вот так, давай, давай, держи. Вот вам занижение. Даже и не газовало. Да. Самый подготовленный на данный момент автомобиль. Да, поехали потихонечку. Копеечные пары. Лифт. Впереди сам облок. Сзади разблокировка. Коробка четырехступенчатая, заниженная. Давай тоже на холостых, пробуй на холостых. Порогами не снимаешь? Порогами чуть-чуть, прям осталось. Давай, правей. Так, вот здесь самое такое интересное место. Ну, Opel здесь, конечно, все нам подровнял. Ну да, спецтехники, как видите, намного-намного легче.
без газа все равно, хоть и занижение, а видите, не хватает немножко. Даже не буксует. Ну и вывешивается, конечно, поинтереснее. А то, давай на горочку, прям на холостых, без газа. Давай попробуй, остановись перед подъемом. Посмотрим. Давай, пробуй. Первое пониженное занижение. Мне кажется, не вытянет. Обалдеть. Нет, но все равно достойно, да, на пол подъема почти. Я просто нога снижал. Нет, это понятно. Давай, чуть-чуть. Один разок. Не, я зря назвал, что это спецтехника. Что-то мне кажется, это... Драндулет обычный. Да, драндулет обычный. Токовый. Это морковка как одна только плов. Да, морковка для плова. Вот понял, что тебе сказали? Морковка для плова. Да. Монтируем. Подъем. Первая пониженная. Давай, Лех, потихонечку пробуй. Нет, главное потихонечку посмотреть. Ну, попробуй чуть-чуть по себе, ну, газа по... Ну, попробуй, пробуй. Диагональ здесь, Лёх. Да, тут диагональ ловит. Смотрим еще разок. Да, пробуй. Казенный автомобиль, давай газуй. Получается, да, заднее колесо, вон, ямка проваливается, и вот здесь немножко. Да, здесь его, ну, видишь, это, набило. Здесь подъем, а там... Ну да. Самоблоки не успевают работать. В принципе, чуть-чуть, да, газа добавил. Че, попробовать нет? Ты попробуешь? За холостых. Давай, пробуй. Попробуй. Нива Travel, пробуем. Первая пониженная Нива Travel. Пытаемся ее в натяг, в подъем пустить. Слушайте движок. Это первая пониженная. Вот видите, родное занижение, то есть родная раздатка установлена. И совершенно другие тяговые. То есть он ее спас за счет сцепления. То, что да. Сцепление выжил, она у него не заглохла. И все, вот я, наверное, вставлять даже не буду. Ты с Вермуктовки доехал. Я, наверное, вставлять это не буду. Не вставлять. Она поехала потихоньку. Не, а почему она поехала? Ну, поймал с цепи. Нет, да, просто вот этот вот раз как-то, да? Нет, дело не в резине. Вот, не, не в резине. Вот именно качок был, да, наверное? Да. Как-то. Диагоналку проскочил он и поехал. Ну, прям вообще легко, красиво. Ну, а как она по инерции на подъем не пойдет? Ну, да. Не, ну, неплохо. Нет. Че, давай, попробуем. Шевик попробуем. Первое пониженное. Давай в натяг пробуем. Кроме самоблока, все остальное родное. Вот он прям вот это вот на это, да, и все вот.
Ну да, колесо упирается, и все, автомобиль не едет. Давай еще раз пробуй. Правее чуть возьми, Серега. Да ладно. А там тот угон будет. Я что, не видел, как он проехал-то? Не, вот сейчас опять что было? Он проехал. Он объехал. Без бугра. Он, вот, короче, не сюда упер. Я же сказал, правее возьми, он сразу выехал. Едем. Ну вот как так? Давай газу меньше, меньше. Давай, поехали. О, о. Взял, все. Да, получается, диагонали нету, выезжаешь ровно колесами. Зацеп есть и выезжает. Ну, ладушки. Понятненько.